В Северном Казахстане продолжается прививочная кампания подростков, беременных и кормящих женщин. В третьей поликлинике первый компонент вакцины Камернати получили 417 человек. Большая часть из них – подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Среди них – учащиеся IT-лицея имени Махжана Жумабаева Бахтияр Журнаш. Он получил вторую дозу. Почему парень решился вакцинироваться и как перенес первый укол, узнаем далее. 13-летний Бахтияр Журнаш вакцинацию считает единственным способом в борьбе против COVID-19. Первую дозу американского препарата Бахтияр получил в начале декабря. Сегодня пришел за второй. Я пришел ставить вакцину добровольно, потому что боюсь заразить людей вокруг себя, своих близких. Первый компонент, все в порядке, немного отек руки и все. Сомнения были, но маленькие, поскольку верю, то, что все будет хорошо. Новый антиген в третьей городской поликлинике получили более 400 человек. Большая часть из них – подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Перед прививкой всех пациентов осматривает врач. Определяем уровень кислорода в крови, измеряем температуру и давление. Если у пациентов имеются противопоказания, даем им медотвод. Например, сегодня на вакцинации пришли 55 человек. Из них четверо получили медотвод. Идет в нашей поликлинике ревакцинация. На сегодня третий укол получили более 1800. Североказахстанцев. Большая часть из них предпочла отечественный Казвак. Всего в стране полный курс иммунизации прошли 8,5 миллионов человек. Что касается нашей области, здесь оба компонента антигена получили 253 тысячи жителей. Алишер Ашимов, Казбек Аркбаев. Итоги дня.